OTP Bank представляє ексклюзивну платіжну картку Visa Platinum Private Banking. Человек садится в автомобиль и приобретает новую, почти биологическую сущность. Фактически мы не можем существовать без этих высокотехнологичных скорлупок, как раки-отшельники без своих раковин. Программа Car Nation констатирует новый биологический вид – авточеловек или человекомобиль. Большинство автомобильных торговых марок производят машины разных ценовых категорий. Если вы кому-то говорите, например, о том, что у меня Toyota, это никак не характеризует ваш социальный статус, например. Но есть бренды, в самом названии которых уже какая-то люксовость звучит. Lexus, знак успеха и образа жизни лакшери, заявляет только производство премиум-класса. Если говорить конкретно о комплектация, которая предоставлена сейчас перед нами, то это комплектация RX350 F-Sport. То есть отличительная черта относительно других комплектаций, которые есть у RX, это экстерьер и интерьер автомобиля. То есть тут более идет агрессивная передняя часть автомобиля. И идет черный потолок, черный салон, то есть черная кожа, либо же гранатовая кожа. Что касательно технических характеристик автомобиля, то здесь идет изменения в подвеске. Тут стоят демпферы в подвеске, которые гасят крены при прохождении поворота. То есть, если ехать в комплектации в обычной, ехать в комплектации в F-Sport, то вы почувствуете себя здесь как за рулем не паркетника, а как за рулем седана. То есть, вождение здесь более уверенно. Что касательно опций, которые есть в автомобиле, то есть, вы понимаете, Lexus простым не бывает априори. Относительно своих конкурентов, это, если говорить о немцах, то машина может идти, грубо говоря, по комплектации, как девятка или десятка отечественного производства, то Lexus самый простой, он по-любому имеет, как бы, если можно так выразиться, полный фарш. То есть, это всегда кожаный салон, это всегда полный электропакет, это всегда полный пакет активной безопасности, пассивной безопасности. Это все возможные датчики. Датчики дождя, света, круиз-контроль, омыватели. Это всегда наличие цветного дисплея, камеры заднего вида. Ну, то есть, покупая даже самую простую комплектацию, вы можете быть уверены, что у вас есть полный перечень опций. Индивидуальной особенностью Lexus, наверное, можно назвать то, что это эталон цены и качества априори. То есть, если говорить о RX, то это отдельный разговор. Это самый востребованный продукт во всем модельном ряде Lexus. То есть здесь закладываются все параметры. Это надежность, это практичность, это функциональность. То есть, покупая эту машину, люди уже понимают заранее, что у них есть универсальный автомобиль для всех случаев жизни. В связи с этим, как бы, машина востребована и на вторичном рынке. То есть это можно назвать даже как выгодным капиталовложением. Ну, если говорить о моде, то тут все достаточно просто. Можно просто выйти на дорогу и считать RX, которые, вот сколько вы их насчитаете, я думаю, у вас закончатся пальцы рук и ног. То есть машина востребована, это самый главный показатель
которым часто приходится аргументировать при продаже автомобиля. Но это еще говорит и о покупательной способности, несмотря ни на что. RX обладает интеллектуальным полным приводом, то есть у вас всегда 4 ведущих, но для экономичности идет интеллектуальная система распределения усилий. Это немаловажно для экономичности и в то же самое время для практичности при езде по внедорожью. Вам не стоит беспокоиться о том, что зимой вы где-то не проедете, допустим, либо же не заедете на какой-то бордюр, если есть необходимость припарковаться в центре города. То есть эти функции он всегда выполняет и никогда вас не подведет. Образ жизни – это множество плохо прослеживаемых иногда, неуловимых связей, взаимосвязей. Вот так приобретаешь такую претенциозную штучку, как Lexus RX, и вдруг начинаешь понимать, что и подруга твоя простовата, и с бородой нужно что-то сделать как-то не очень. Когда выбирают страховую компанию, все равно главная репутация. Главная репутация для человека. Мало кто разбирается в этих всех нюансах, в огромном количестве информации, согласитесь. Достаточно сложно непосвященному человеку правильно разобраться в условиях страхования, системе регулирования, и уж совсем непросто правильно выбрать программу страхования и страховую компанию, чтобы избежать возможного отказа в выплате страхового возмещения. В компании TRM Retail Group работают профессионалы с большим опытом работы на страховом рынке, которые всегда помогут подобрать правильную программу страхования с наиболее приемлемыми условиями, выбрать страховую компанию для своих клиентов и, что очень немаловажно, всегда помогут и проконтролируют своевременную выплату страхового возмещения в полном объеме и в срок. Если OTP венгерский банк, то, наверное, достаточно просто открыть счет в Венгрии, да, нам? Совершенно верно. Так как OTP банк имеет 100% поддержку своего материнского банка в Венгрии, мы предоставляем такие услуги для своих VIP-клиентов, как открытие счета в Венгрии, кредитование недвижимости в Лондоне, Черногории, на Кипре, в Турции, а также кредитование яхт от компании «Буревестник». Все это возможно сделать на территории Украины. Единственное, что это будет по тарифам наших европейских банков-партнеров, но при этом идентификация клиента происходит на территории Украины. OTP Group, в которую входит OTP Bank, имеет собственную компанию по управлению активами – OTP Capital. Высокий профессионализм руководства компании OTP Capital был отмечен рейтинговыми агентствами и удостоен наивысших наград. Данная компания имеет несколько программ по инвестиционным фондам, в которых учитываются все пожелания клиента. Доход может варьироваться от 23 до 50% годовых в зависимости от выбранных программ инвестиционных фондов. Кроме того, наш банк предоставляет один из самых выгодных программ по размещению депозитных вкладов. Срочные депозиты 25% годовых и сберегательный вклад, который можно снимать и пополнять в любое удобное для вас время, под 15% годовых. Олег Юрьевич, хотим вас поздравить с тем, что вы стали обладателем эксклюзивной платежной карты Visa Platinum. Пожалуйста. Она выполнена в современном стиле с использованием драгоценных металлов. Карта инкрустирована золотом 999 пробы.
Уникальное дизайнерское решение подчеркнет вашу индивидуальность и респектабельность во всем мире. Ирина, расскажите, пожалуйста, что же такое карта Black? Карта Black – это эксклюзивная ко-бренд-карта, которая включает пакет банковских продуктов и мировой консьерж-сервис от международной компании Quintessentially. Когда мы оцениваем человека, мы не столько смотрим на качество или красоту его аксессуаров, часов, сумки или очков, сколько на то, что на них написано. Диктатуру пролетариата в нашей стране сменила диктатура брендов. Даже выбирая новую квартиру, мы руководствуемся авторитетом и статусом бренда. «Авантаж» – 12 лет на строительном рынке. Представляю вашему вниманию комплекс «Фаворит». Это, значит, дом класса «Делюкс». Мы первые выходим на харьковский рынок именно со строительством дома такого класса. Первый этаж этого комплекса будет переведен в нежилой фонд, поэтому и будет обустроен помещениями, значит, особого назначения. Не все дома имеют такие вот прямые формы. То есть на самом деле он имеет форму вот такую достаточно замысловатую, но планировки в нем вот так умудрились выполнить архитекторы, достаточно прямые, свободные, да, как большие. Это интересно. Да. Как и очень много панорамных окон. Понимаете, как, а Lexus наш мы где поставим? Да, дом оснащен двухуровневым подземным паркингом. Места тоже есть на любой вкус, от небольших каких-нибудь там миников, да, до достаточно серьезных больших мужских игрушек. Поэтому, тем более там рассчитано на две машины с каждой квартиры, я думаю. Мы каждая, да. Еще поставим еще можно, да, есть маленькую там спортивную машинку. Он же за ипподромом, да, получается? Да, да, да? Там есть. То есть вот эта сторона, которая в сторону парка Горького, она, конечно, интереснее нам, да, чтобы был вид. Смотрите, там на самом деле вид интереснее со всех сторон. Потому что, да, мы все знаем, что там есть парк Горького, поэтому как бы хорошо было его, на него смотреть. Но там есть квартиры на две стороны, поэтому вы можете смотреть как и на природу, такую полная иллюзия загородного дома, да, так и вот как раз на очень такую активную часть города, это парк Горького, там, где аттракционы и, в общем, мы вся. Ты куда хочешь? Я хочу в парк Горького. Ага, на аттракционы хочешь, да? Конечно. Что? Дизайн Lexus не всем понятен, он сдержанный, он не кричащий такой. И, честно говоря, я не сразу понял дизайн Lexus. То есть мне нужно было несколько раз посидеть за рулем, посмотреть, потрогать эту машину. И я начал понимать в какой-то степени, может быть, пока еще вот этот дизайнерский концепт этой машины. Вот посмотри, внутренний дизайн интерьера перекликается с внешним дизайном. Это сразу понимаешь. Только такое одухотворенное существо, как ты, с столь развитым эстетическим чувством могла привести нас выбирать мебель в салон Freedom на Веснина. Конечно. Вот. Я знаю, куда надо идти. Во мне существует природная тяга ко всему прекрасному. Вот, да. Поэтому. Мне кажется, это великолепно. Вы знаете, мне кажется, что вот эта вот так называемая эпоха постмодернизма, она уже все, она победила все другие парадигмы, так называемые, да, все, абсолютно, все, окончательно и бесповоротно. То есть теперь смешение стилей, вот это вот возвращение постоянное куда-то в прошлое, и там цитирование бесконечное, вот это вот все-все-все, наслоение одно на другое, оно уже
не даст новым поколениям людей вернуться назад. То есть когда было вот только так, или как-то, или была определенная мода, да, на мебель, там, или на дизайн, на интерьеры, уже этого никогда не будет. Поэтому сейчас, мне кажется, что, чувство вкуса человека выражается в том, чтобы умело вот намешать вот это, да? Да, сейчас очень популярно смешение всевозможных стилей. То есть классика всегда подчеркнет современный интерьер, так же, как современная вещь подчеркнет обязательно классический интерьер. То есть это сейчас очень актуально, очень интересно, очень красиво. А скажите, а нет такого, вот еще недавно, там в конце 90-х, 2000-х, говорили, что классика – это вот буржуйство какое-то, что это, ну вот, там, только новориши, какие-нибудь снобы вот, только хотят классику, а современный человек должен минималистичное что-то такое? На самом деле, наверняка, каждому стилю есть свой возраст, да, определенный. Классика, она вечна, и когда люди молодые, активные, они хотят более современную мебель, когда они приобретают жизненный опыт, они хотят какие-то стабильные, классические вещи. Угу. А что у вас здесь представлено? У нас представлены всевозможные стили. От современных минималистических до богатой, красивой классики, в которой, собственно, мы сейчас и сидим. А как осуществляется вот обслуживание ваших покупателей, клиентов? Как это происходит обычно? То есть здесь же не все представлено, что вы можете предоставить, конечно, правильно? Нет, конечно. Представить все невозможно, потому что мы сотрудничаем с огромным количеством фабрик итальянских и немецких, с огромным количеством стилей, направлений, поэтому мы стараемся представить какие-то самые яркие моменты, которые сейчас актуальны, вот на предыдущих выставках в Миланах были представлены, и мы их представляем в наших салонах. И как это происходит? Вот человек пришел к вам, вот как, вот здесь же все-таки выбор ограничен, да? Да. То есть это по каталогу как-то, да, можно еще что-то выбрать? Да, конечно, у нас огромная каталожная база, при этом у нас есть огромное количество образцов дерева, образцов ткани, которые помогают нам сделать правильный выбор. Вот помирите нас, пожалуйста. Даша хочет что-то такое пафосное, такое, вот именно, чтобы поразить воображение, да, а я хочу более функционально и сдержанно, вот как-то так все-таки. Можно попытаться совместить это в одном предмете, да, например, взять простую форму дивана, которая будет функционально и удобна, но взять ее в красивых ярких тканях, таких, как хочет Даша. И мне кажется, это будет отличное совмещение всех ваших желаний. Ой, спасибо вам большое. Вы мне помогли собраться с мыслями. То есть, если мы наш образ жизни строим под Lexus, по крайней мере, я это делаю, я, кстати, не стесняюсь этого, да, то интерьер мы построим под кровать. То есть сначала мы купим, так сказать, интерьерообразующий объект, кровать. Отлично. Неожиданное решение, но почему нет, собственно говоря. Вот и все, это будет у нас доминанта такая. Вот и под нее мы все построим. Если это главный объект, то... Кровать. Какую ты хочешь кровать? Я там видела одну. Ты такая... уже увидела кроватку там, да? Да? Такая нереальная. Ты ее испытала, надеюсь, уже? Нет, еще. Что вас останавливает? Я вот переживаю, что эта кровать великовата для нашей квартиры будет. По-моему, отлично. Да? Как твои формы все разместились на ней? Мои формы все разместились, да? На этой кровати. Ну, мои тоже. Хорошая вещь, да? Да. Берем? Берем. Все, моя. Рыбный ресторан нашего города «Боно» называется это место. Замечательное место. Да, согласись, да, красиво. Паста с хвостами омара.
и на десерт лавандовое мороженое. Ничего себе. Представляешь? Конечно, все это, разумеется, в контексте образа жизни владельцев Lexus. Ну и, разумеется, ламброско в качестве аперитива. Это был день в стиле Lexus RX, Fashion Story, Lexus и другие групповые телодвижения в творческом суете. Смотрите коронацию.